Ощущение самости в уме у нас возникает от низшего духа, который относится к демоническому началу. Это именно не более, чем всего психическое ощущение, как если некое внушение. Люди находятся в этом состоянии всю жизнь, если не делают ничего для того, чтобы как-то выйти из него. Тотальная зацикленность ума на себе порождает эгоизм, отсюда и все мыслимые проблемы человечества в этом мире. Этот низший дух призван к жизни из мира мертвых и оживает благодаря нашей душе. Бог вдохнул дыхание жизни в нашу душу, а душа вдыхает жизнь в падшего ангела. Так он приводится к жизни. Однако, будучи по природе духом разобщения, в уме возникает ощущение самости, проявляемое на протяжении жизни в людях эгоизмом. Если у дьявола есть трон, то он может быть только в нашем уме. А кто его туда усаживает, кроме нас самих? Посмотрите на себя. Не сидит ли в вашем уме, как на троне, дьявол? Автор книги «Познай самого себя. Уроки космофилософии» Мурат Мусабаев.